Драма это очень серьезное заблуждение, кстати говоря. Да. Я не говорю сейчас ни про художественную литературу, ни про фильм. Когда-то я расставался с барышней, и она мне очень-очень некрасиво расстался. Просто за 3 дня до Нового года, в общем, пропал со всех радаров. А когда вышел после Нового года, ну, почувствовав какое-то ощущение одиночества, она написала мне всего лишь одну фразу в ответ. Мы больше никогда не будем грустными. Были вдвоем грустными, и на этом сошлись. Но она первой для себя приняла решение, что она грустной не будет.